Юрий Павлович, судя по 0-2, Краснодар чем-то вас удивил, что не получилось у вас? Ну, Краснодар играл очень хорошо. И за исключением этих двух моментов, на мой взгляд, мы тоже играли очень достойно. Была напряженная игра, и она была до ошибки. И эту ошибку допустили совсем необязательную. Не притрагивайся, Миранчук, руками. Мяч вообще уходил. Но кто допускает ошибку, тот проигрывает. А так, на мой взгляд, был очень-очень хороший уровень футбол. Соответствовал, наверное, количеству зрителей, которые получили, мне кажется, большое удовольствие. Потрясающий у вас стадион, атмосфера. Хотелось бы своих болельщиков поблагодарить, которые приехали нас поддержать в таком громадном количестве. Ведь разве кто-нибудь когда-нибудь мог подумать, что Краснодар и Локомотив соберет полную чашу этого великолепного стадиона? Конечно, нет. А сейчас, посмотрите, билета ни одного не было. Значит, футбол вообще в России жив, хороший футбол. На плохой бы никто не пошел бы. Юрий Павлович, Локомотив третий матч подряд уже не забивает. Это какая-то закономерность? В чем проблема? Мне этот вопрос уже задали. Вы посмотрите, у нас очень много игроков атакующих играет. Очень много. Моменты есть. Если бы можно было сказать, что моментов нет, тогда какие-то кардинальные меры нужны. А моменты есть. Ну вот, наверное, не хватает агрессивности и плюс, наверное, хладнокровия. Они же не потеряли мастерство. Юрий Павлович, всего лишь шаг остался Локомотива, да, до чемпионства. Мы его дойдем. Вот. Как считаете, как чувствуете, не давит ли это на команду? Мы его дойдем, я же сказал. Мы этот шаг сделаем. В этом году? Конечно, в этом году.